Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Азарбаба, мы продолжаем проходить игру The Long Dark сюжет, 4 эпизод. Итак, мы с вами в прошлой серии сломали механизм и вернулись в тюрьму. Сейчас сдаем вещи, я еще за кадром съел немножко порченную сгущенку и траванулся, но, к сожалению, у меня нет таблеток, которые помогут для лечения. Но я думаю, мы сейчас с вами вещи оставим, сбегаем и по сюжету нас просто тупо вылечат. Так что вперед! Вещи все оставляем. Так, убрать все в контейнер, это тоже убрать. Все, и вперед. Голышом сейчас добежим. Ты еще жив? Черт, кажется, я проспорил. Ну что, выполнил поручение Мэттиса? Я добрался до электростанции. Это место не зря заброшено. Я не нашел способ восстановить подачу электричества. Плохо. Мэттису это не понравится. Что ж, песик возвращается в клетку. Несколько часов спустя. Эй! Эй, ты очнулся? Да, очнулся я. Чего по состоянию здоровья моего? О, я же сказал, меня вылечит, я в трусах абсолютно. Пошли. Хотя у меня куртка есть на мне. Да, я тут. Повезло с электростанцией. Если под везением понимать то, что мне не удалось установить электричество, то да, будем считать, что мне повезло. Вы встретились, да? Я про того человека, который срывает Мэттису планы. Не совсем. Но мы снова говорили по телефону. Я не знаю, кто это, но уж точно не кумир донора. Тогда мы должны делать все, чтобы им помочь. Ладно. Но что дальше? Просто делай то же, что и раньше. Надо найти способ замедлить Мэттиса. Это сложно сделать, когда ты за решеткой. Может и нет. Скорее назад. Так-так. Гляди, что нашли мои ребята, когда исследовали старый участок тюрьмы. Кто-то сильно пытается меня поиметь. Кто-то, кто знает о тюрьме больше, чем следовало бы. Кто-то точно знает, что нужно сломать, чтобы мы не смогли попасть в одиночную камеру. Пилот, ты что-нибудь знаешь об этом? Понятия не имею, о чем ты. Конечно, так я и думал. Тот, кто это сделал, сильно рисковал и приложил немало усилий. Но все было зря. Мы нашли другой способ войти туда. Охрененный ключ, который откроет дверь в одиночку. Это ключ от любой двери. Называется динамит. Черт побери, Мэттис, раз тебе мало того, что мы тут уже сделал, закрой рот! С тобой я разберусь позже. Слушай, пилот, тебе снова пора за работу. Что теперь? Детонаторы. Без них у нас ни черта не выйдет с динамитом. И раз уж динамит оказался в одном из гаражей, значит и детонаторы тоже должны быть где-то поблизости. Вот только мы их почему-то не нашли. Так что я, наверное, еще побеседую пару часиков с моим дружком-начальником, чтобы выяснить, где они. Ты, главное, сиди тихо. Я скажу, когда закончу. Можешь прикрыть уши. Но, погоди, Мэттис, это не обязательно. Перестань, начальник. Не лишай меня удовольствия. Детонаторы. Динамит старый. Мы держали его на складах, потому что не знали, как безопасно отправить его на материк. Какая милая байка. Постой, погоди. Я знаю, где их можно найти. Я слушаю. В старой шахте, в холмах, прямо над тюрьмой. Из-за замедлительности работать там стало небезопасно, поэтому ее закрыли, а почти все снаряжения бросили внутрь. Я думаю, детонаторы уже еще там. Интересно. Ты его слышал? Отправляйся. Давай, песик. Тебе пора прогуляться. Постой. Мэттис, оставь его в покое.
Я это сделаю, я вернусь быстро. Лучше поторопись, пилот. Думаю, Мэттис хочет выпустить пар. Стой. Мэттис. Они его убьют. Глава 3. Детонаторы. Так, ну мне опять бежать? Срочно бежать. Ну сейчас темно, сейчас ночь. Ну и метель. Я не смогу помочь Франклину, если погибну. Поэтому мы заходим внутрь и будем сейчас ночевать. Что у нас там получается? Ну, почти рассвет. Я сейчас согреваюсь. Давай, наверное, печку буржуйку сейчас затопим, правильно? Не, подожди, используем, наверное, мы с тобой книжку. Во. Зачем мне тратить топливо? И также опять будем зажигать без топлива. Давай, Маккензи, учись. Учись, тренируйся, зажигай все без топлива. Медленно, но верно. Понял? Come on. Давай, давай, да. Come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Молодец. Turned out pretty well. Даже вполне неплохо, согласен. Так, сколько ты будешь там? 15 минут. Но мне по-любому, получается, надо будет травишку-то оставить. Одну. Так, час. Во-первых, я хочу сделать еще немножко себе воды. Так, что у нас там? Метель утихла. Но пока еще не очень хорошо. Так, по шмоткам сейчас пройдемся быстренько. 99, 99, 96, 98, 100, 98, 99. Так, шмотки нормальные, все отлично. Здесь что у нас? До шахты добраться, хорошо. А здесь что? Действия? Предметы? Да, манометры были, хорошо. Так, здесь предметы, кстати, надо бы сейчас мотаться, открыть. Угу. Я предлагаю сейчас тогда смотаться. Поэтому мы сейчас ставим здесь готовить кофеек. А, не, подожди, давай вздувшуюся банку разогревать. Пока она не пропала, я сейчас поем. Так, хорошо, теперь готовить кофеек. Так, подождать. Давай я одну чашку с собой пока возьму. А еще одну приготовлю. И выпью. Вот, уже намного лучше. Правильно? Правильно. Теперь мы берем с тобой наш револьвер. Где у нас, кстати, зарядить. А что так темно-то? Кстати, может быть лучше взять сейчас ружье? Где наше ружье? Давай возьмем ружье. Это, конечно, перевес есть, я согласен, но... Во-первых, сейчас я его попробую почистить. Все равно пока немножко надо подождать. Действие разрядить. Просто винтовка сейчас будет убийственна для волков. Уж она-то точно должна убивать. Сейчас немножко еще посветлее, так что все будет хорошо. Тогда я просто зря использовал бонус, ну да ладно. Уже пофигу. Хорошая мысля, как говорится, приходит опосля. Так, все отлично. Теперь винтовочку зарядить. Хорош. Ну и пошли. Так, по температуре, конечно, пока не очень, да? Что она там у нас там показывает? Минус один. Вот, они как раз туда и летят, в то место.
Там должен быть труп, у которого есть ключик. У нас, кстати, еще есть сейф, но я так и не нашел никакой комбинации к нему. Может быть, я смогу его так открыть? Хотя вроде как... вроде нет. Так, волков нет. Куда-то туда улетели. Где-то там есть какой-то спуск. Нам вообще, кстати, как идти-то и куда? Нам вот сюда. А, ну все понятно. То есть мы как раз пройдемся здесь. То есть тут еще надо пропавшего будет найти. Но сначала где-то здесь есть труп. Это они как раз каркают где-то там. Да, вот он лежит, кстати. Так, это что? Факел. Вот. Отлично. Это мы тоже откроем. Минус один волчара. Винтовка, конечно же, убивает. Видишь, как хорошо. Все прекрасно. Так, а я, получается, дошел, да? Тут попасть нигде не могу. Да, я дошел, отлично. Закрой дверь. Минус волк. Вот и прекрасно. Вот и прекрасно. Заряжай тогда еще один патрончик. Вот винтовка и пригодилась. Что у нас там получается по весу? 34. Но тут уже получается 100% ее надо будет оставлять, винтовку. Так, сейф. Может быть, я так смогу его открыть? Не, ну, нужен ключ от сейфа, но я его не находил. Так, шкафчики, пошли искать. Так, это пустой. Так, патрон. Патрон. Револьвер уже не нужен, брать не буду. Еще патрон. Факель на ракеты возьму там, потому что оставлю. Дальше пошли. О! Охотничий. Вот нож уже это я возьму 100%. Шприц, кстати, тоже полезен. Патроны возьму. Архивный отчет, страница с пятнами крови, вырванная из записи тюрьмы «Черный камень». «Черный камень. Неписанная история. Том А». Я помогал строить черный камень, привозить стали, кирпичи с материка. Еще мы добывали камень из каменоломен у подножия той большой горы. Гора Черный Камень. Полагаю, она нас всех сюда и привела. В долине было много шахтеров, так что найти рабочую силу было несложно. Кто-то погиб, кто-то ушел. Но нам все им платили, и мы делали свое дело. Про зловещий вид тюрьмы не скажу, но построили мы ее на совесть. Великий Медведь. Летом здесь довольно неплохо, но зимы просто ужас. С горы дует жуткий ветер и завывает тебе в уши. There it is. Цель выполнена, отлично. Так, еще под... О, армейские штаны, хорош. И шинель, отлично. Ну, вот это вот не зря. Вот это вот 100% не зря. Так, ну явно буду... Так, а почему... Ну, давай вот эти вот я 100% поменяю сейчас. Дальше, вот это вот действие, ремонт. Да подожди ты со своими... Нытьем своим. Так, а он защищает 20 от влажности, это 10. Явно будет получше. Так что вот это вот действие собрать. Так, и у нас с вами есть еще шинель. Так, ты сдаешь защиту 30 от влажности. Ты 50. Ты 40. Тогда вот это вот носить. Ремонт.
Еще ремонт. Не, ну шикарно, шикарно. Единственное, что у нас уже день закончится, а так, в принципе, ничего. Так, все, да? Так, тюремные шкафчики тоже завершено. Что получается у нас в итоге-то по заданиям-то, по допкам? Так, две эти найти. Легенды. Кстати, еще получается три легенды. Я пока про третью-то не знаю. Еще одного работника найти. Еще два тайника. Ну, пошли, тут получается, в принципе, все. А, я, наверное, тут и не выйду. Блин, это получается, мне надо возвращаться, что ли, обратно? Ну, ладно. Пойдем сейчас искать, получается, еще одного работника. Он, получается, где-то тут недалеко. Но сначала надо будет попить. Так, это закрывается? Ну вот так пусть будет. Так, ну что, получается, пьем, едим и идем искать работника. В принципе, должны успеть. Единственное, просто по карте непонятно. Он либо внизу, вот где этот, либо все-таки наверху где-то. Сходим пока наверх, посмотрим, а там дальше видно будет. Были бы вороны, подсказали, было прям вообще шикарно. Так, надо бы поесть и попить. Не то, винтовочку убирай. Так, тебя-то, получается, я оставляю. Что еще мне тут оставлять надо? Так, ножик потом буду точить. Сейчас вообще не до него. Так, ну вроде как, в принципе, все. Банки надо еще оставить две штуки. Да, хорош. Отлично. Так. В принципе, есть, должна быть где-то тут книжка. Или я уже ее потратил? А, я уже потратил. Ладно. Пьем тогда, едим. Так, вот буду есть батончики, потому что они хуже всего. Так, вот этот выпей кофеек. И водой запей. Так, берем. А, ну потом сначала выходим. Так, ну вот, смотри, я, получается, сейчас уже не мерзну, да? Сколько у нас там? Плюс 10. Прекрасно. Хотя, что я его сейчас взял-то? Мне он сейчас не нужен. Так, вот там наверху может быть что-то быть полезное, да? И мне нужно сейчас найти этого. С электростанции, товарища. Вот, кстати, какой-то там труп лежит. Но это не он, скорее всего. Я вижу труп, но это явно не он. А, по-моему, еще труп. Тут очень много трупов валяется.
Так, туда можем подняться. А, ты даже его не обыскиваешь. О, жесть. Их просто здесь расстреляли. Какой кошмар. Не пойму, выжил ли кто. Да никто тут не выжил уже, 100%. Так, ладно, пошли искать пропавшего электрика. Главное, что мне тепло. Вот это реально сейчас очень главное. Я не мерзну. Единственное, что в такую погоду мне не помогут вороны. Так, ну и где я сейчас? Я сейчас прям в зоне поиска. Может, все-таки он внизу? Вон, кстати, какое-то тело валяется, смотри. Наверное, мне надо идти вниз. Значит, надо где-то найти спуск. Там есть мостик, кстати, да? Да. Хорош, тогда пошли туда куда-то. Так, ну здесь, скорее всего, просто столб. Так, еще охотничий нож. Так, инструменты пока возьму. Не. Тут явно тело... Скорее всего, наверное, внизу валяется, потому что тут явно его нет. Можно еще туда смотаться, к тому столбу. Блин, а как сюда я тут спущусь? Я не видел там никакого спуска-то нормального. Так, а здесь нет электрика? Нет, я не в зоне уже, получается. Хранилище. Топор. Топор не нужен. Опять этот растворитель пней. Можно использовать для изготовления пороха. Ну, давай возьмем. Так, ну опять-таки, я не могу понять, где там можно пройти. Там же есть мостик. Там дорога. Вообще непонятно. Тихо, не ломай себе ноги. Блин, ну тут нигде не спуститься, да? Да не, в принципе, нормально. Так, ну доставай пистолет. Ну, не знаю, тут я, наверное, не спущусь. Мост-то где-то тут же был, точно. Мы же с тобой видели его. Еще получил один.
где-то должен быть спуск туда. Потому что я пока не вижу его. Вот, мост я нашел, хорошо. А вот где спуститься, непонятно. А, так я тут и не пройду, скорее всего. Так, непонятно, единственное, со спуском, да? Наверное, может, где-то здесь. Вот я там видел мужиков, но я не могу понять, куда спуститься. Давай сюда сейчас сходим, посмотрим. Так, я могу забраться, получается. Но это, получается, вроде как здесь проходил. Меня, наверное, скорее всего, где-то здесь Мэтис и поймал. Так, ну ты заберешься обратно, хорошо. Блин, надеюсь, я не зря иду. Да, я спустился, получается. И что дальше? А, есть, вижу подъем. Ну да, как раз, получается, попадаю к этим мужикам. Так, это пока можно, наверное, убрать. Волков все равно не вижу. А то еще стрельну ненароком. Потрачу патрон. Не, ну электрик тогда, получается, должен быть где-то явно здесь. Потому что там нигде его нет. Я как раз захожу в зону поиска. Тут трупы какие-то валяются, надеюсь, это он есть. Так, это рюкзак. Да, удостоверение энергетической компании, старый бейджик, потертый и выцветевший. Прочесть. Сэмюэль Фрэнс, младший электрик. Интересно, можно ли это есть? Можно есть. Дальше-то что? Ну, нашел я все эти. А, так это... Самого работника я не нашел, что ли, получается, так? Ну, тогда вот он, получается, вот он и есть. Записка растерянного работника. Записка работника, который чувствует себя потерянным. Я пишу. Пишу, потому что это помогает мне сосредоточиться и не поплыть. Не помню, почему я здесь, чем занимаюсь и кто эта женщина. Моя коллега, наверное. Видимо, я ее знаю. Она смотрит, как я вывожу эти каракули и улыбается. Она знает. Я стараюсь посмотреть, как она работает, когда просыпаюсь. И повторяю за ней, когда она идет спать. Она мне что-то говорит, но слова улетучиваются, если их не записать. Их как будто уносит ветром. Я все время вижу в голове реку, которая течет к какому-то темному туманному месту. Больше ничего не помню. Что-то случилось. Так, цель выполнена, хорошо. И что дальше? И все, что ли? Ну, пошли. Ну, значит, все, оно и так и есть. В общем, он, получается, потерял память, он не помнил вообще, кто он такой и кто она такая. Ну, получается, просто знали историю этих электриков. Но непонятно, кто застрелил-то ее в итоге. Может быть, он ее застрелил? Как вариант, что-то перепутал и убил. А потом ушел к реке, про которую говорил. Неясно. Пишите свое мнение в комментариях, как вы поняли историю этих электриков. Что произошло и как кто кого убил. А я пока возвращаюсь. Я, скорее всего, наверное, приду вот в эту вот ферму повара и там, наверное, заночую. Ну, либо до просеки дойти, бригадира, кстати, там тоже можно переночевать, там есть кровать. Кофеек можно будет приготовить, если что, потом получается на улице. И все. И пойти за тайниками. Так, и что я сюда пришел? Так, подожди, я хоть правильно-то пошел-то?
Что-то я запутался. А, ну вот он. Не, подожди, я вообще вышел уже не к тому мосту. Ё-моё, я застрял. Я ж, получается, пошел туда, получается. Вон туда. Ну, где-то там я должен был выйти. Мне просто надо торопиться, иначе уже темнеет. Я потом... Когда приду? Ночевать-то? Чёрт его знает. Вот проход-то. Не туда пошел. Не, ну у меня есть энергетики, если вдруг что. Все, полезли, Маккензи. Там, по-моему, где-то остались у меня угли еще. Так что, если что, можно будет угольков взять. Что у нас там по весу? Угу, 2 килограмма могу. Легенду третью, получается, я так еще не нашел. Но я уже не знаю, где ее искать. А, тут я уже все пособирал, получается, да? Да, ружье, консервный нож. Ну ладно. Дровишка-то у меня есть. Мне сейчас надо сюда дойти. До бригадира. Так, а если пойти по дороге, то черт его знает, куда я выйду, правильно? Так, это стайные волки, что-то боятся, ну пусть боятся. Мы сейчас с вами идем ночевать, это 100%, потому что уже темнеет. Тем более все равно, хотя мы можем поискать тайничок, он тут недалеко должен быть. Давайте, наверное, так и сделаем. По времени еще успеваем. Тайничок поищем. Ну, либо уже идти прямо сюда, к этому домику. И там смотреть, что за слух. Как вариант еще один. Потому что не сильно-то и темно. Ну, все зависит от того, сколько мы потратим времени на поиски вот этого тайника. Так, ну и дошел я. Дальше что? Какие варианты? Он где-то здесь. Либо мне вот сюда идти, где-то тут искать проход. А, так дорога, скорее всего, наверное, просто огибается здесь, да, точно. Ну, явно он, скорее всего, будет где-то наверху. Там все свои тайники ныкает наверху. А здесь нигде я не пройду. Попробуем во вход сходить, посмотрим. Так, нет, это стая. Да зажигай ты уже быстрее. О, две хлопушки спасли нашу жизнь.
Лопушки работают. Беги, беги, волчара. Да не туда ты бежишь-то, тупой. Тупой волк. Не туда пошел. Не туда. Ну да ладно. Пусто. Так, сзади ничего нет. Какая-то пустая машина. Так, ну и где сейчас получается? Я обхожу. Я все это дело сейчас, получается, обхожу. Может, тут будет какая-то веревка, которая позволит залезть. Ну, либо реально будет какой-то подъем. Да, волк, ты бежишь не туда, понимаешь? Так, варианты. Сюда идти. Так, наверное, пока убери. Так, музончик пошел. Мне сюда. Так, еще что ли выше заныкал? Вот он позаныкал свои тайники. Ну и где? А, нашел. Нашел. Так, факельная, кленовый сироп, патроны. Ну, так себе. Но сойдет. Так, тогда получается спускаемся, идем сюда вот. До темна должны успеть. Так, ну вот он, получается, озеро. Домишко впереди, правильно? Это же оно? Да, это оно. Так, ну что, первая у нас с вами легенда, получается. О! Лось! Я вижу впервые в игре лося. Вот он, лось. С длинными рогами. Лоси вообще опасны, это не олени, которых можно шугнуть, а лоси могут и напасть. Они ж чокнуты, у них мозгов нифига нету. У них нет инстинкта самосохранения, они сразу атакуют. Рога-то большие. Ну, тогда, скорее всего, мы с вами в этой домушке заночуем. Это будет идеальным вариантом. Ну вот с лося бы, конечно, бы грохнуть и сделать бы из него сумку, чтобы еще добавить себе 5 килограмм, но есть в этом смысл уже сейчас? Ага. Так, тут полный голяк, да? Так, есть верстак. Сломанная стрела мне не нужна. Два угля. Ну пошли обыскивать. Уже сумерки, скоро наступит ночь. Ну так мы тут с тобой заночуем, что у нас тут ночевать-то. Так, стрелы страть, можно попробовать пострелять в этого, в лося. Так, спальный мешок, сейчас глянем, какой из них получше. О, антибиотики, вот у меня как раз их не хватает. У меня вообще их даже нету. О, отлично, шапка, порох. Наконец-то не нужен, еще антибиотики. А вот это уже неплохо. Давай сейчас посмотрим сразу, какой из спальных мешков хуже. Вот этот оставляем. Вот этот, кстати, тоже можно достать. Это инструменты. Много весят. Еще один порох тоже оставим. Так, книжки, книжки можно будет сейчас затопить. Это поспать можно будет. Отлично.
Еще один патрон, топор. Да не переживайте. Вот, кстати, пустая банка, надо бы сейчас еще сделать себе эти. Армейские штаны еще одни. Строительство черного камня, часть третья. Ничто не удерживает заключенных тюрьмы Черный Камень лучше, чем ее окрестности. Изрезанная оврагами долина одним своим видом отбивает мысли о побеге. Прежде чем был заложен первый камень тюрьмы, золотодобытчики и старатели отправились сюда, чтобы попытать удачу в тени горы Черный Камень. Многие погибли, и лишь немногие нашли то золото, которое искали. Тем не менее, ходят слухи, что ручьи и реки, окружающие тюрьму, по-прежнему несут золото, даже зимой. Так, тайник здесь есть. Куртка дровосека. Может посмотреть сейчас, что за куртка дровосека. Так, я все получается здесь? Нет, я не нашел тайник какой-то, что ли, здесь. Ладно, это можно потом, в принципе, с утра походить посмотреть. Так, камин есть, зажжем. Давай сейчас лишнее оставим, да? Что у нас там по дровам? Это мы сейчас затопим. 100% уйдет. Так, медикаменты. Вот эти вот, наверное, я оставлю. 38%. Хотя, мало ли, вдруг пригодится. Так, по шмоткам сейчас посмотрим. Зашивать сейчас еще будем 100%. По еде. Ну, попить, поесть можно будет 100% сейчас. Топор нафиг я взял, не знаю. Так, пойду, кстати, сделаю порох. Я же потратился. Две хлопушки надо сделать. Кстати, надо будет сейчас этот спальный мешок разрезать. Точно. Поэтому надо его забрать. Так, еще что у нас тут есть? Этот оставь, а то забери. Так, зажечь. Надо будет оставить одну дровишку. That should help warm things up. Так, вот ее как раз-то я оставлю. Значит, книгу. Два угля. Неплохо. Так, по времени, в принципе, нормально. Можем выспаться потом. Я предлагаю сейчас нам поесть. Попить. Так, вода где у меня тут? Отлично. И давай зашиваться. То есть у меня тут есть сейчас два спальных мешка. 72 и 86. 72 действия собрать. Получим 10 тканей. И сейчас будем зашиваться 100%. Так, поехали по шмоткам. Значит, штаны. Вот они намокают. Хотя они 20% защищают от влажности. Но от ветра хуже, да? Но это мы сейчас отогреемся. У нас еще с курткой дровосека. Нам посмотри, какая у них получше будет. Так, вот давай сравнивать. Единственное, получается, он позволяет быстро двигаться. Меньше защита и меньше защита от ветра. На 0,5 градусов. Не, ну он весит меньше, поэтому я 100% надеваю, а это действие собрать. Мне сейчас нужна будет ткань. Шапка шерстяная, кстати, у нас есть, точно. Вот это сейчас надо сразу поменять, 100% носить и 100% ремонт. Терпи, терпи. Так, что там у нас по времени-то еще? 4 часа, нормально. Так, нормально. Так, зашито. Действие собрать 10 минут. И у нас вроде как получается осталось только это, да? Куртка. Во-первых, надо сейчас ее ремонт ей сделать 100%. А там уже мы дальше решим.
Так, ну она явно лучше вот этой, вот поэтому носить 100%. А здесь она хуже. Единственное, что она легче и минус 2 в движении. Соберу ткань. Так и быть. Ну и, в принципе, и все. Так, что у нас там по весу получается? Нормально. А, давай сейчас, наверное, поедим. Хорош. Дальше тогда давай готовить травяной чай хочу. Чтоб спалось, да? Дальше, наверное, потопить. С собой. Выпей водички. Да не то. Ну и, в принципе, и спать. Так, 8 часов, 100% здорового сна. Травяной чай должен помочь выспаться хорошо. Ну, немножко не доспал. Что по времени? Ну, уже пора идти, это 100%. Поэтому мы сейчас сделаем вот что. Здесь разжечь костер. Разжечь 100%. Дальше. Готовить. Вздувшееся открыто разогреть. Съесть. Дальше готовить. Чашка разогревать. Выпить. Отлично. Дальше готовить еще одна вздувшаяся. Отличненько. Так, попить можно будет сейчас. А, у меня воды, кстати, кончается. Вот это плохо. Это плохо. Так, что у нас тут? Ага. Ладно, дорогие друзья, получается, нам с вами сейчас надо где-то тут найти еще какой-то тайник. Правильно, тут недалеко должен быть. И мы потом с вами отправимся... Ну, попробуем, кстати, побивать лося. Он тут остался еще. Да, ходит, бродит. Может быть, получится его убить. И собрать с него этот... шкуру для сумки. Но это все будет у нас... с вами в следующей серии. На сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Азарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях, всем пока.